И всем привет, ребята, с вами снова Немезис. И в сегодняшнем видео я бы хотел вам рассказать про свой второй арсенал, который я иногда беру в битвы. Вот, как вы можете заметить, у моего персонажа сейчас находятся лазерные бластеры. Вот это как раз небольшая отсылочка на мой второй арсенал. Вот. И чтобы долго не томить, переходим сразу в арсенал и все вам сейчас расскажу. Вот, собственно, так он выглядит. Как видите, очень довольно непонятный и странный. Скажите, господи, что это такое вообще? А я вам скажу, что этот арсенал, конечно, похож на первый, но более хардкорный и, в принципе, чем-то похож на первый арсенал, но немножко отличается. Все-таки геймплей у него другой. Вот, но начну с теории. Расскажу, что как примерно будет выглядеть, а потом уже пойдем в матчи и вам покажу в матчах его. Вот. В основном у меня стоит золотой друг, автомат старый довольно, это очень скорострельный, патрон не очень много, урон средненький и оптика. Очень мне нравится этот автоматик, помню в 16 году выбивал, но у меня аккаунт терялся, и он мне пропадал постоянно. Но сейчас вот он у меня есть, мы можем спокойно с ним поиграть. Посмотрим, что он сейчас может еще заодно. Ну, знаете, я с ним играл, он довольно неплохой. Недавно он был в ивенте, 8-летие игры. За детали собирали. Очень классный автоматик, красивенький. Вот, дальше у нас вот эти, собственно, лазерные бластеры. Вы скажете, что я псих, что ли, нафига они мне? Я вам скажу, конечно, урон у них не очень, но они мне служат как добивание. Они очень классные на добивание, то есть с них несложно попадать. Они очень скорострельные, 100 темп стрельбы все-таки. Вот, очень классно они помогали мне, особенно вблизи. Иногда вдаль можно, но в основном вдаль я использую автомат. Но это так, чисто если случайно переключился, можно достать. Очень довольно удобные. Очень нравятся они мне. Вот. Дальше у нас кэшбэки от первого арсенала не отличаются близко. Но они мне нужны только для передвижения все-таки. Ну, кто их не знает, как бы, если кому интересно, что это такое, поподробнее у меня есть видео про пушки золотого дивизиона. Можете посмотреть. Ну, либо обзор на мой первый арсенал. Там я все про них рассказывал. Дальше. Опа, нету высокого напряжения, да, здесь как раз таки стоит устройство вертикального захвата, беру я его очень редко, это вместо присоски, которая у меня в первом арсенале, здесь у меня устройство вертикального захвата стоит для передвижения, убегать или наоборот притягиваться, прикольная штучка. Так, дальше стоит прототип, ну тот же самый прототип, уже не раз про него говорил, мифического класса, классная снайперка. Вот, про топ-10 снайперок я рассказывал про него, ну и также в обзоре моего первого арсенала основного. Так что долго про него не буду что-нибудь говорить, и так все с ним понятно. Ну и вот, собственно, большой братан мифический. В принципе, как и с первым арсеналом, я его тоже иногда беру. Иногда там я беру либо большого братана, либо стирателя границ. Но здесь я предпочитаю братана брать. Все-таки здесь у меня по урону послабее, чем от первого арсенала, да и сложнее все. Поэтому ваншот мне нужен. Беру братана. Гаджеты у меня стоят вот такие, в принципе, ничем не отличаются. Кроме, здесь мы возьмем свисток, а там я брал ядерную гранату. Вот, что свисток, да, что? Очень хороший урон наносит, не ваншотит, но очень приличный урон у него. В принципе, помогает, достаточно удобный. Ну и гриб, собственно, что про него я уже не раз говорил. 5 залпов быстро готовится, и очень довольно хороший радиус и урон. Ну что, погнали тестить арсенал, пойду я в разные карты, не пойду я на школу, все, хватит с меня, нафиг мне это надо. Пойду на пати в бассейне, там определимся, ну, в начале пати в бассейне, погнали. Вот, собственно, пати в бассейне. Ну что, погнали, я с ним давно не играл, мне нужно сейчас будет привыкнуть. Ну, как?
Вблизи я использую братана и прототип в основном. Ну и вдаль прототип тоже у меня служит. Погнали, я даже сегодня вообще не играл. Сейчас разогреемся. Вот, как видно, небольшой тукет спамчик. Вот. Ну, прикольный довольно арсенал. Ну, здесь робота давайте раз. Не успел я чисто механически. Робота снял и оболочку. Это как Терминатор, знаете? Из фильмов там, да. Ну, вот сейчас можно бластер взять. Что, собственно, про Терминатора? Ну, когда он в оболочке, в облике человека, а потом он как железяка, когда расплавился. Ну да. Да, я заикаюсь немножко. Ничего, сейчас разогреемся. Опа. Так. Немезис. Кто-то мой ник стырил. Ну вот, можно вот чисто раз. Он такой типа, чё? И я его убил. То есть он вообще офигел, ничего не понял. Ай-яй-яй, мог его закошмарить. Ну вот Ронина я... О, перебил Ронина я лазерными бластерами. Да, кстати, модули я... Вы там, в принципе, видели. Ну, могу сейчас показать по-быстрому. Забыл я про них вам рассказать. Мало чего я тут успел сделать, конечно, да. Ну, там минута с лишним до конца матча была. Ну вот, собственно, смотрите, что у меня тут. Здесь стоит турбозаряд, я практически его не использую. Тут стоит возвращение патрона и критический урон при попадании в голову. Тут у нас стоит берсерк. Здесь мне, в принципе, вообще не интересно. Ну, пускай здесь молния стоит. В прототипе у меня стоит рентген-прицел, и в братане у меня взрыв при смерти. Все. Теперь точно все показал. Давайте золотого друга. Очень классный автоматик. Кстати, тут Драстик зашел. Что он как-то странно играет. Не, смотрите, золотым другом достаточно много набил. Так, прототип. Ну, смотрите, я тут особо тактикой не играю. Но тактика заключается как... Если я не убил, не ваншотнул либо с братана, либо с прототипа, я просто добиваю либо золотым другом, либо бластерами. Я пытался поставить вместо бластеров что-нибудь получше, но нет, бластеры оказались лучше всех в этом случае. Угу. Что-то нас тут насилуют, конечно. Во, вот смотрите, не добил, я беру просто золотым другом. А, урон не нанесся. Давайте свисток. Отлично, бурильный ресатрон переконтрил. А, ты тут вообще как оказался? Порталиус. Ну, где мои союзники? Ну, понятно, сюрикены. Так, так, так. А вон, чувак. Не, не спрячешься. Вау, ютуберс. Ну, есть такое дело. На, получай. О, вот не добил. Смотрите, я беру, просто не успел. Что-то я мало урона на ему нанес. Видно, взрыв был маленький. Так. Кулинарный тотем. Вот. Отлично. Слишком много противников, а у нас союзники что ли боты вообще? Ну, очень похоже на ботов, если честно. Ну, в принципе, я свое дело делаю, убиваю. Неплохой арсенал, если честно. Очень похож на первый. Но отличается все-таки. Он более хардкорный такой, знаете. Промазал. Но сейчас не промазал. Это, блин, со своими пандорами. Можно кэши использовать, кэшбэки, то бишь.
Да, что-то союзники у меня вообще никчемные. Ух ты, я УВЗ-шка убил, фига, я вообще прототип брал. Во, и отменщика задел. Прототип очень классная штука. Ой, вот, бластеры. Он успел захилиться немножко. Видно было. Так, ну опять мы проиграли. У меня союзники вообще ни о чем. Ну, Драстик что-то пытался сделать. Вот, ну давайте еще один матч тут. И надо будет менять карту. Ну и куда все ушли? Наверх они спрыгнули. Блин, не успел я его. Ага, думаешь, ты своим планшетом? Да, правильно он думает. Планшет немножко нуба-пушка. Так, прототипом убил. Нормально. Так, что думаешь, я не могу сзади появиться? Ты так появился, я же так появился, отомстил. Так, а ты что? Как видно, да, они по урону не очень, но, знаете, на добивание они очень классные. Они служат чисто на добивание. А так играю прототипом и братаном. Питомца вырубил. Да, у меня бот. Бот с этим заклинанием играет. Это я уже пронаблюдал. Ну, короче, очень мне нравится, когда со мной боты, а против меня настоящие противники. Ну, вы будете спускаться. Ну, я не хочу на крышу. Ага. Так, перезарядка у братана. Планшеты. Ну, давайте. Золотым другом. Да, ну спамер, вот трикет спамеры. Ну да, и опять я проиграл из-за своих любимых союзников. Как же я вас обожаю, честно, вот правда. Лохотроны какие-то играют. Ну, хотя бы противники не раки. Правда, я не могу, они как-то слишком странно передвигаются. О, сквозь стенку. Ну, идите в коридоры. Либо мне брать УВЗ и гриб. Во, ну давайте. Чё нет? Нормально, убил. Так. О! От свистка ты не спрячешься невидимкой, знаешь? Очень, да, свисток контрит невидимок. Ну, как и гриб, собственно. У меня там, по-моему, перезарядка на прототипе была. Я не могу, они очень странно передвигаются. Очень странно. То на крышах, то внизу. О! Нормально добил. Не, давайте до выигрыша. Я хочу поиграть нормально. А то у меня какие-то боты, блин. Вот реально, вот... Ребят, вас бесит, когда ваши союзники боты? Лично меня очень это нервирует. Они киллы чисто на ботах набивают в основном. Чё это у тебя такое там? Ну, я хочу все-таки победить. Конечно, я по фрагам неплохо делаю, но, блин, я хочу победить. У меня союзники боты. Вот кроме этого, который с галкой. Остальные, они все боты. Это реально бесит.
Вот они. Вот теперь они у меня в противниках. Ну да, бластерами невидимку будет сложно. Но ничего, у меня есть гриф. Вот, пожалуйста. Куда-то он пропал. Я не понимаю, они очень странно двигаются. Ну ты будешь спавниться. Да блин, тут серьезно что ли? Я не понял. Ой, да, что-то как-то вообще мне опять не повезло с противниками. Куда они все деваются? Вот я убил Никилу, ну ты спавнись. Мое, все, иди в жопу со своим соколом. Сюрикенщик. Нормально, убил. Иди нахрен. Не, арсенал годный. Вот, в принципе, убиваю. Ну, чтобы очки наверстать. Наверстал, хорошо, они полчаса спавнят. Нет, смотрите, гриб все-таки успел. Кто-то успел догореть. Очень странное у них передвижение у союзников, вот правда. О, убил. Так, стоямба. Вот как? Он 2 секунды в воздухе находился, блин. Ага, еще очки не дают. Поэтому мне приходится грибом наверстывать. Как ты успел? Я вообще не хотел прыгать. Карта немножко мне не нравится. Слишком этих прыжков навалом. Что? Откуда ты здесь взялся? Вот дракон спасает. Да иди ты нахер, блин. Задрал меня уже. Со своим... Мы сейчас еще опять проиграть можем. Я не понимаю, как мы вроде их нормально выносим. Откуда они? А, ну конечно, откуда? На ботах. Все на ботах фармится. Кайф в жопу, античемпион. Немножко не так я вообще планировал сыграть своим арсеналом, но вроде набиваю. Слушай, чувак, у тебя кроме сокола что-нибудь найдется, или мне придется удалить тебя из друзей вообще? Я раков не приветствую. Иди ты в жопу. Ну как они с этими писками задрали уже? На, получи. Ну, первое место взял. Очень странный матч, но, как видно, справился. 22 убийства. Мой союзник какой-то рак вообще. Давайте сменим карту. В принципе, тут-то понятно все. Ну, зашел я сюда. Посмотрю, что тут делается. Надеюсь, он не зайдет. А то мне придется удалить его из друзей, чтобы снять нормальный видос. Конечно, он зашел. Ну, посмотрим, может, он не будет рачить все-таки. Так. Ну, тут тоже неплохо играется, в принципе. Почему мне очки не дают? Ребят, вот вы, ну, знаете, почему не даются очки, когда я иногда убиваю? Ну, реально очень странно. Вроде я забрал... Так. Давайте
Может быть, попробую урон протестировать пушек? Ну, блин, я только поймать их не могу. Ну, смысл мне. О, вот сейчас есть смысл. Ну, не то ты берешь. С истребителя. Да, разве что проблема у него анимация. Очень долго достает, он очень прям долго. Но мне тут фактом спецка вообще не нужна. Опять мне не дали за него очков. О, как хорошо. Сразу двоих забрал этим свистком. О, золотым другом. Ой, демона забрал грибом. Блин, гриб реально помогает. Так, убил. Арсенал довольно сложный, конечно, если пользоваться им всем. А так, прототип и братан сразу уже залог успеха. Фонарем меня сняли, фига себе. Вот смотрите, как он долго достает эту УВЗ-шку. Так. Да вообще не то достаешь. Ну вот, он достал своего сраного сокола. Ненавижу его. Кто тоже, ставьте лайк. Фига себе, у меня там каким... Он меня с этим, с кубика там чувак убил. Подошел. Так. Ну, можно пытаться спамить прототипом. Спамить его выстрелами. Так. Ну, золотой друг чисто на добивание. Вот как сейчас, но я не успел. Меня кто-то с фонаря там... Да, фонарь реально бесит. Он дамажит очень нехило довольно. Победа 40. Неплохо, в принципе, отыграл. Не, арсенал годный. Можете попытаться тоже его собрать, конечно. Вот, ну, мне больше первый арсенал нравится. Ну, чисто так, что-то сменить можно, взять его. Так. One more game. Писки опять эти, как они задрали? Спам-дробаш. Да не... Ну ладно. Ну если случайно достаю, может быть, пытаюсь убить с него. Все равно какие-то странные игроки, если честно. Они вообще не по траекториям ходят. Я что, сквозь стену убил? Фига себе. Не, прототип — это божественная штука. Вот так, раз, не убил и добил я его с золотого друга. Кто-то там сверху еще убивал. Все стекла позбиваем, чтобы они мне не мешали. С тех дротиков бесят они меня тоже. Да кто мне ХП снимал? Чего? Нормально, ах ты собака, а? Видели, что сделал? Капец, взял меня, чисто зарашил своим газометом и добил с цирковой пушки. Да. Ну, побыстрее, чтобы. Что-то мне кажется, у меня FPS проседать опять начинает.
Не, помогает бластер, если честно. Но вот этот последний писк очень сильно меня бесит. Фига они тут с миротворцев набивают. Ну да, эта штука классная, если так говорить. Вот кто меня отравляет, я вообще не понимаю. Не понимаю, кто вот... А, я чё... А как? А в смысле я выжил? Ведь мои киллы все застилили, засранцы. Набиваем счет. Я вообще не понимаю, кто меня дамажит. Там никого нет, у меня потихоньку просто убавляется хп. Вот что? Кто мне хп убавляет? Скажите мне. Непонятно, если честно. Вот у меня 51 броня осталась. От чего, я вообще не понимаю. Ну, сейчас никто не... О, у чувака золотой миротворец тащит. Кто? 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 Вы, что ли? Ну-ка, получайте, засранцы. Ну... Его почему-то полуавтоматическая снайперская винтовка убила. Что? Простите. Чувак с полуавтоматической снайперки. Видели, что наделал вообще? Слушай, он молодец. Молодец реально. Смотри, видели, что он наделал? У меня почему-то FPS проседал. Я тоже замечаю немножко... Немножко не то. Давайте здесь последний матч. Это полуспамер какой-то вообще. Чувак опять провалился. Подожди, у тебя что там было? Что это за пушка? Ну опять какие-то боты, если честно. Ну? А, серьезно? Электродуга, фига себе. Ну, средний дамаг у бластеров. Ну, не знаю, если честно. Они чисто на добивание, а вот именно убивать ими вообще не то дело. Ну, как и золотой друг, сложновато будет. Так. Да, видео. Меня плазменный землекоп ваншотнул. Это вообще что? Как? А я, блин... Его у меня прототип не ван... Ну ладно, я не против, меня просто что-то убивает. Видели, меня просто земляков ваншотил. Это жесть. Ну да, вот можно, конечно. Вот на райском уголке давайте, я думаю, там будет очень неплохо, если мало спамеров, конечно. Если спамеров будет дохренища, то все. Тогда можно принимать поражение. Либо власть в руки спамером. Да. Какой нахрен здоровяк вообще, блин? О! Фига! У меня взрыв, видели, убил из братана сразу двоих. Классная вещь. Вот хитрецы, один притягивает, второй с молотом Тора подходит. Это имба. Надо его выносить, а то он все нервы будет портить.
Ну, грипп, наверное, я зря принял. Принять грипп на ужин. О! Какое-то у вас бестактное поведение, ребят. Вообще. Как-то вы вообще играете по-китайски. Во! Ты со своими когтями тут вообще не в кассу. Что? Давайте-ка их подснайперим. Что-то они вообще обнаглели. Два хп, если бы я... О, нормально. Ну, к сожалению, эту каточку мы на два фрага проиграли. Ну, знаете, арсенал практически на все подходит. Давайте на райском уголке финальные матчи. И думаю, можно будет делать итоги. Так, ну зашел я. Тут 0-6 счет, меня это пугает. Хотя, смотрите, спамер, по-моему, с кулоном. Чё? Чё? Алло, ты так долго спавнишься? Я бы еще охренел, если бы он меня убил. Ну ладно, убил другой. Я чувствую, тут ничего не получится у меня пчелы. Хотя, ой-ой-ой, вижу пчелы. Пчелы, убегаем. Убегаем, я сказал. Да, вот от пчел убегать у ВЗ вообще офигенно. ВЗ-шка даже лучше присутствует. Чувак, выходи. Есть, успел добить его. Немножко он успел отхилиться, как я понял. Так, 11-11, мы нагоняем счет. Свою уна-карточку принял. Ну ничего, мы и не таких брали. Так, с бас-пушкой. Ну ты молодец. Только я не понял, как меня пчелы убили, если я был в движении. Ну, может быть, у них траектория другая была. О, кстати, там настоящий гем был. Ну и давайте. Давайте, да, хорошо, я принял грипп, и меня ваншотнули со своего лазерного. Дважды причем. Ну вот на дальние можно, в принципе, достает. Не-не-не. Пчела. Эти пчелы, они реально бесят. Летают маленькие, незаметные такие. По звукам можно, конечно, слышать, но не всегда успеваешь. Как ты задрал меня со своей этой кота-винтовки, блин, честно. Ты меня уже 10-й раз ее убиваешь. Что-нибудь другое у тебя найдется? Очень долго идешь. Я мог поспать, пока ты там выходил. А, ну это бот. Ну, конечно, он будет долго выходить. У ботов еще энергетическая винтовка вот эта вот. Это вам туториал, как различать ботов от реальных игроков. Вот этот скин такой неудобный. У него башка треугольная. И попади, блин, в нее. Сколько я тут набил? 16. Ну, неплохо, но что-то с очками вообще проблема была. Еще разочек, думаю. Все, погнали. Ага, и сразу невидимка. Не.
нормальная, вот там не успел забежать. Но я не буду с невидимкой возиться, мне некогда. Вообще-то я нажал на кнопку. Так, убил. Здорово. Не ту траекторию рассчитал. О, нормально. Ну да. Знают, как портить мне ролик, да? Конечно, да. Обожаю вас, ребята. Как вам не стыдно, если честно? Так. Может быть, на базе что-нибудь? Да ё-моё, очень быстро. Вот зато этот чувак очень сильно пострадал. Так. Я не собираюсь там ходить, где нас рашут. У меня тактика на дальние расстояния. В основном, да. Ну, у них очень непонятное движение, еще и с кэшбэками передвигаются. Успел. Дракончик спас меня. Ну как спас? Не то чтобы спас. Даже не знаю, что тут брать. Не, смотрите, сопротивляюсь. Не, арсеналы сложные, из таких довольно немощных пушек состоит. Ну, знаете, как можно им играть? Эррор, попробую собрать. Может, у тебя получится как-нибудь получше. Ну, вот что-то я как-то немножко торможу, видите? Ну, потому что я им очень редко играю, он так составлен чисто по хардкору. Какой нафиг ультиматум? Ультиматум старый век. Стрим нет, не сегодня. Стрим на следующей неделе. Хо! Ну это прототип. Чувак, ну ты вообще все закрыл мне своей лопатой. О, да, успел добить. Все-таки пришлось мне на свою базу, да, бежать? Нет, не пушку, а арсенал. Он модульный, но с этим будут проблемы. Так. Хорошо, я от пчел увернулся, конечно. Просто на ступеньку ниже спустился. Я не знаю, что меня дамажило. Пожалуйста, минус невидимка. Все, думаю, можно заканчивать. Арсенал протестирован. Неплохая вещь. Арсенал очень, очень неплохой. Если как-нибудь научиться получше им играть, то будет очень неплохо. Погнали делать итоги. Ну что, вот такой вот у меня второй арсенал, который я иногда использую. Что могу сказать про него? Да, очень неплохой. В основном, конечно, играл прототипом и большим братаном. Но так по фану использовал золотого друга и лазерные бластеры. Но если чисто для тактики, они идут как добивание, конечно. В основном играть большим братаном и прототипом. Кэшбэки чисто так, практически не юзал, с грибом только, если что. И УВЗ, устройство вертикального захвата, убежать от кого-нибудь. Или наоборот, вот как я приближался побыстрее и все. Свисток помогал нередко, видели, просто невидимок выносил и все. Ну, гриб, собственно, тоже, да.
Так, конечно, я в основном играю вот таким арсеналом. Ну, практически немножко его видоизменил. Его можно тоже изменять. Ну а так чисто вот он перед вашими экранами. Такие номера в галерее, если вдруг понадобится. Попробуйте, составьте эрор, тебе вызов. Попробуй таким арсеналом сыграть. Наверное, лазерных бластеров у тебя нет прокачанных. Но вот потом по фану собери, попробуй. Мне интересно, как ты с ним сыграешь. Очень довольно хардкорный арсенал, знаете. Но очень неплохой. Как-то так. Ну а с вами я прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ждите стримы на следующей неделе. Новые видосы какие-нибудь. Возможно, будет первая часть прохождения ПГ с нуля. Да-да, вполне. Всем удачи, так-то, и пока-пока.